вбросили казанцы в очередной раз в зону. Дыняк опять хорошо сработал. Да? И это гол! Красотища какая! Айда Радулов, касание! Как шайбу отправил под перекладину, а? Хенкель в центр, Радулов накатил и здорово подправил шайбу в ворота. И Александр Радулов забрасывает свою 200-ю шайбу в континентальной хоккейной лиге. С этим мы его и поздравляем. Хенкель и Дыняк в ассистента. 2-1 после 40 минут игры Ак Барс выигрывал у автомобилиста.